Галя Задорина, Виктор Кононенко. О Гале, Викторе и других ребятах из 2-го Ярославского профессионально-технического училища можно рассказывать много. И о том, как рабели они у станков поначалу, и о том, как нелегко приходило к ним мастерство, как умело и по-доброму учили их опытные мастера. Сегодня эти ребята еще только познают все тайны рабочего мастерства, а их старшие товарищи, выпускники родного училища, уже трудятся во многих городах страны. Сегодня эти ребята еще учатся, но станки и машины, сделанные их руками во время практических занятий, уже работают на многих предприятиях города и области. Выставка работ молодых мастеров стала лучшим рассказом о том, как учатся и работают Галя, Виктор, Таня, Анатолий и многие другие ребята.